9 лет строгого режима и 25,5 миллионов рублей штрафа. Ухтинский суд вынес приговор президенту УГТУ Николаю Цхадая. Он признан виновным по статьям злоупотребления должностными полномочиями и получения взятки. Как следует из приговора, в 2010 году было создано общество с ограниченной ответственностью, научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа УГТУ. Его учредителем выступил ВУЗ, возглавляемый Цхадаем. Тремя годами позже подсудимый, действуя от имени единственного участника общества, принял решение о продаже третьей доли уставного капитала под контрольным лицам по заведомо заниженной стоимости. В результате ВУЗу был причинен ущерб на 11 миллионов 700 тысяч рублей. Кроме того, по версии следствия, в 2012 и 2013 годах Николай Цхадая получил в качестве взятки 8,5 миллионов рублей за принятие решений в интересах одной из фирм, занятых в строительстве общежития и бизнес-инкубатора УГТУ. Вину в получении взятки Цхадая не признала. По поводу должностных злоупотреблений утверждал, что действовал бескорыстно. Тем не менее, суд назначил Цхадая наказание в виде 9 лет лишения свободы с выплатой штрафа. Экс-ректор был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.